Баба Вера опять с вами. И сегодня я выполню просьбу Сергея Дудкина. Он очень просил, посмотрите, вы не будете разочарованы. Это Евровидение прошлого года, Финляндия выставила своего этого. Вот она так поет, представителя. И, короче, ну что, Сережа, давай выполним твою просьбу. Посмотрим ее. Closed my eyes so I couldn't see it. Felt so numb, but now I'm ready to feel it. So tonight I'm making friends with all the creatures that are hiding there under my bed. Монстриков. Это точно, по-черному. Такая мощная песня, мне так, вот она меня захватила, такая фантастическая, танцевальная. О, такой мощный у нее голос, я, конечно, в восторге. Последнее время на Евровидении, вот я раньше сидела всю ночь, вот сколько они это, я жду, кто там этот, с удовольствием. А последнее время ее начали политизировать, и мне перестало нравиться. Я стала ее реже так вот начну смотреть, бросила, там начинается эта политика. А политика, при чем тут искусство до политики? Они уже все путать стали, и вот, ну, реже стала смотреть. А теперь надо зайти пересмотреть, как она на Евровидении. Очень, очень такая песня, хорошая песня. Мне так понравилась. Она такие высокие нотки брала. Прям очень. Ну, даже не знаю, как это высказать, то, что у меня на душе. Я так с таким удовольствием ее послушала. Короче, я
Спасибо, Сережа, что посоветовал. Я в восторге. Так что пока-пока. Пойду переслушаю на Евровидении. Okay.